Ребят, всем привет! Меня 100 лет не было на YouTube-канале. Для тех, кто меня видит в первый раз, я представлюсь. Меня зовут Старовойтова Ирина. Я гид по Байкалу, по Иркутску, гид-экскурсовод и организатор туров. Сейчас я полностью Что-то отражается, да? Лампа в очках. Мочки. Сейчас я полностью погрузилась в работу здесь, у нас в России, на Байкале. Занимаюсь гидством, туризмом, организацией туров. Но некоторое время назад я работала на лайнере, буквально в марте месяце этого года я вернулась из США, успешно окончив первый контракт. И я записала серию видео, будучи еще на контракте. Но, вернувшись в Россию, я решила на второй контракт не ехать. Тем не менее, к моим предыдущим видео продолжают приходить вопросы, какие-то комментарии. И вот на некоторые из этих комментариев мне хотелось бы в этом видео ответить. Итак, так, я без очков не увижу вопросы. Так, вопросики. Ирина, вы можете рассказать по поводу присоединения к кораблю, как Remember, как это происходит на деле в более подробной форме? Например, как это было у вас в Майами, вы прилетели в США, вас кто-то встречал там, а дальше куда? В гостиницу, а после как вы добирались до порта, как там для членов экипажа, как встретили вас там, как происходил процесс размещения вас? Вы в тот же день начали работать? Это половина вопроса, да, который касается, получается, первого дня, дня присоединения к кораблю. На самом деле, классный вопрос, спасибо за него. Основная моя тревога перед присоединением к лайнеру была связана именно с этим первым днем, как все пройдет. В интернете не так много видео на эту тему от блогеров, поэтому меня очень сильно это тревожило. И, видимо, я не одна такая. Первый день, на самом деле, самый страшный, самый тревожный. Главное пережить первый день, потом вам уже не будет так страшно. Потому что, наверное, это страх перед неизвестностью. Но когда ты уже оказываешься в этой неизвестности, она становится известностью. И дальше уже не так страшно. Это присоединение к кораблю, первый день. За несколько дней до вылета из России мне прислали инструкцию, в которой, в общем-то, подробно было все описано. По прилету в Майами я должна была сесть на шаттл от отеля. Отель недалеко от аэропорта находится. Между отелем и аэропортом. Надо посмотреть, какое ударение ставить в этом слове. Аэропорт, нет, не аэропорт Иркутск, аэропорт ударение. Короче, из аэропорта. Ты берешь шаттл, он ходит каждые несколько минут, совсем никаких проблем не возникло с тем, чтобы найти остановку на этот шаттл, там все было предельно понятно и ясно. Я взяла этот шаттл, он бесплатный, это автобус, надо, если ты видишь, что он все не останавливается, надо ему махнуть, и он остановится, погрузит твои сумки в этот шаттл, в автобус и отвезет к отелю. Все, на этом шаттле я приехала в отель. Это было 7 утра, около 7 утра. Кроме меня, там еще было несколько crew-мемберов. Я их узнала по майкам, символикой, с логотипом компании. Я подхожу на ресепшн, мне говорят, свободных номеров пока нет, ждите, пока выселятся. Сидите, ждите. Пока я сидела, ждала, я познакомилась с этими ребятами и сразу начала их расспрашивать, а как оно на корабле, как что будет. Ну, то есть у меня было миллион вопросов. И они, в принципе, очень доброжелательно, очень дружелюбно, мне все отвечали, общались со мной. И в итоге мы часа где-то час-полтора прождали в холле, на ресепшене отеля. Потом нас заселили, причем заселили в очень, ну, достаточно неплохой отель. Отель, как из вот этих сериалов американских, старых, такой олдскульный отель, но реновирован, все прекрасно выглядит. Я была одна, соответственно, у меня был целый большой номер для меня, с большой огромной кроватью, все очень цивильное, аккуратное, чистое. То есть, ну, как бы я была в шоке от отеля, потому что я думала, что нас поселят в какой-нибудь хостел с тараканами и клопами. И вот, почему-то у меня было такое представление. Нет, отель был вообще классный.
И у меня было, я прилетела утром, а присоединение к кораблю у меня было на следующий день утром. То есть весь день у меня был в Майами. Я могла пойти куда угодно. Я сходила до магазина, докупила какую-то бытовуху. При заселении нам дали ваучеры на питание, то есть нам компания оплачивала питание трехразовое в этом отеле, завтрак, обед, ужин и следующий завтрак. Вот. Так как я была после перелета аж с Иркутска в Майами, то есть это полмира нужно было пролететь, я была дико уставшая, я сразу упала спать, полдня проспала, потом вот сходила в магазин, поела, потом еще раз поела, встретилась со своими друзьями иркутянами, которые в Майами живут, немножко с ними пообщались, все. И уровень тревоги здесь зашкалил максимально, потому что я понимаю, что ну, сегодня такой релакс-день, первый день в Майами, как бы все комфортно, классно. Но завтра мне присоединятся, и мне жутко страшно. У меня от волнения аж тошнота подходила к горлу. И на утро, то есть это все было описано в инструкции, на утро следующее, и мы позавтракали, и кроме меня приехало еще дофига экипажа, то есть вы там будете не одни, кто будет присоединяться к кораблю в этот день. То есть человек, наверное, нас было 100, может быть, ну, может быть, чуть поменьше. Ну, один полный автобус, это человек 40 точно. Все начинают потихоньку в холл свои сумки стаскивать. У вас в инструкции было написано, во сколько приедет за вами автобус. Все, все выстраиваются в очередь. Там стоит человек, который отмечает на выходе, кто приехал, кто не приехал, и садит вас в автобус. То есть вас отметили, что вот вы здесь. Окей, проходите в автобус. То есть все максимально понятно. Каждый шаг тебе заранее в инструкции прописан. Все объяснено. Нет никакого чувства, что там ты не знаешь, когда за тобой приедут, там, ну, потеряться, заблудиться, не присоединиться к кораблю невозможно, если ты умеешь читать по-английски, как бы все очень просто. И на этом автобусе нас повезли в порт, ехать тоже минут 15, наверное, все очень близко. У нас у кремемберов заранее было скачано приложение на телефон, типа, ну, чат внутренней компании. И нас привезли в терминал. Когда пассажиры присоединяются к лайнеру, их привозят к тому же, они приезжают к тому же терминалу, но у них есть вход для пассажиров. Нас повели в терминал, в комнату для персонала, там, где регистрируется персонал. В общем, весь персонал запихали в терминал в эту комнату. Там тоже нужно было предъявить документы, медицинские, паспорта. Ну, то есть все там скажут. Можно даже вообще не волноваться, об этом не париться, скажут, какие документы предъявить. Там нам выдавали какие-то бейджи, ключи от каюты, ну, где было прописан номер каюты. Все, пока ты там в этой комнате для персонала регистрируешься, тебе приходит сообщение в вот этом чате внутреннем компании, сообщение от твоего бади. Бадди — это человек из экипажа, которого назначают, которого отправляют тебя встречать. То есть просто так кремембер не может пройти на корабль один. Его обязательно нового члена экипажа, который присоединяется, даже если это повторное присоединение, должен встретить какой-то другой член экипажа, который на борту находится. И мне написала девочка, что вот я такая-то, такая-то, я тебя встречу на входе. После регистрации вас проведут ко входу к кораблю. И я там буду тебя ждать, все тебе покажу. То есть все очень спокойно, никакого волнения, ни на каком этапе тебя там не бросают. Окей, мы зарегистрировались, я прохожу из терминала на корабль, и меня встречает эта девочка. До этого момента все было прекрасно. Как только я попадаю ей в руки, все, я думаю, боже мой, я сейчас нахер сойду с корабля. Потому что они отправили встречать девочку из моего департамента, из моего отдела, но она вот прям с короной на голове. Ей вообще не надо вот никакую вот эту вот шушеру новичков этих встречать. Ее это напрягает, она ничего особо толком не объясняет, говорит свысока.
Я вообще почувствовала себя полным говном в первые 10 минут нахождения на лагере. Я думаю, боже мой, как отсюда убежать? Как можно мне обратно домой, пожалуйста? Потому что мне и так волнительно и тревожно. Еще тут какая-то, ну вот такая вот надменная очень человек приходит тебя встречать. И я думаю, все, я сбегу через месяц нафиг отсюда. Она мне показала, она отвела меня в мою каюту, показала, где моя каюта. Отвела меня в столовую, показала, где столовая. И показала основные места, где экипаж обитает, в общем, так чуть-чуть познакомила меня с кораблем. И все, и такая после обеда, типа пообедаешь и после обеда приходи на работу. Да, в первый день, здесь вопрос, да, был про работаем ли мы в первый день, нужно ли работать, нужно, еще как. Я поела, посидела в комнате, а так выдохнула, думаю, фу, блин, если все здесь такие же, как она, я долго вообще здесь не протяну. Мне было очень тяжело, очень страшно, стрёмно. Я пошла поела в столовую, пообедала. И в какой-то момент, там нужно было, она мне говорит, тебе нужно получить униформу. Да, она зашла, мы пока с ней 10 минут ходили по лайнеру, она мне показывала, мы зашли в наш департамент, она в общих чертах меня познакомила, что вот это наш офис, это наш директор, точнее наш менеджер. Там меня все поприветствовали, сказали после обеда приходить. И да, сказали получить униформу, потому что стоять на ресепшене, то есть выходить на работу нужно в униформе, без униформы никак. Я часа, наверное, час простояла в очереди за униформой. В первый день это полный коллапс, там все crew members, которые присоединились, они все идут за униформой. В общем, получила я с горем пополам какую-то униформу, ее одела, после обеда пришла на рабочее место. Да, в первый день сразу же начинается работа. И, наверное, если ты присоединяешься второй раз, у тебя полноценный рабочий день. Ну, а так как я была новичок, первый контракт на лайнере в море, меня приставили на 10 дней. Первые 10 дней я должна была shadow, как они говорят. Да, то есть стоять вместе с членом экипажа, со своим коллегой, который в моем департаменте работает, и смотреть, как он работает. Он меня должен был обучать, все мне показывать, рассказывать, ну, я должна была вот обучаться. То есть первые 10 дней я ученик, и я вот его shadow, да. Я с ним стою и учусь. И это было огромное облегчение, то есть мне было непонятно, как я сейчас приду на корабль, я вообще, моя твоя, и не понимать, я еще ни хера не понимаю, что они говорят по-английски, хотя у меня хороший английский, но я такая просто в шоке, и ну, что я сейчас буду работать-то? Ну, они знают, что человек первый раз присоединяется, то есть они тоже не сумасшедшие, они знают, что вот человек совсем новенький, конечно, они обучают. Наверное, в разных департаментах этот срок обучения разный. У меня был вот 10 дней. Ну, то есть первые там 5-7 дней я еще совсем как новичок там ходила, а потом с меня уже стали... Меня мой бадди, не бадди, он как это... Тичер, короче, мой учитель, он стал уже оставлять одну, бросать меня одну и говорит, нет, Ирина, давай, давай, тренируйся, у тебя все получится, ты справишься. И вот тот, то есть последние там 5-3 дней моего не испытательного срока, а моего периода обучения, я уже потихоньку оставалась одна на ресепшене и пыталась сама что-то там, какие-то проблемы порешать. Вот, и мне очень повезло того учителя, как наставника, которого мне дали, он просто потрясающий, очень, самый большой профессионал, умничка, очень хорошо объясняет, очень понятный английский, очень добрый, поддерживающий. И я прям выдохнула, я думаю, блин, слава богу, что со мной такой человек. То есть он особо в друзья не набивается, но вот все, что от него требуется, мне показать, рассказать, он с большим терпением рассказывает. Я задаю по 20 раз одни и те же вопросы, он мне по 20 раз отвечает. И я такая, блин, переживаю, что я такая тупая, я ничего вообще не понимаю. Там, или он такой, ничего не переживай, так все. И вот весь департамент, все ребята, которые у меня были, которые со мной попали в первый там месяц контракта, они все были лапочками. И они видят, что мне вообще, я хожу вот с такими глазами большими, как сова. Они видят, что мне плохо, и они всем успокаивают. И говорят какие-то поддерживающие слова. И я думаю, боже мой, у меня никогда не было такой обстановки, чтобы так ко мне хорошо прямо относились, тепло.
к новичку. Я, ну, короче, все было хорошо. Все было хорошо. Мне не получалось, как я еще в предыдущих видео говорила, каких-то друзей находить, но как коллеги, у меня были отличные коллеги. И приглашали меня с собой первое время там на всякие на вечеринки, вечером собраться, пиво попить. Но я была просто в таком шоке и перегружена всем, что я с ними никуда не ходила. И в итоге они перестали меня куда-то звать, потому что я все время отказываюсь, чем меня звать. И в итоге, ну, это была моя ошибка, нужно было сразу с первого дня начинать пить и социализироваться. Это была большая такая моя ошибка. В общем, вот таким образом, я надеюсь, что я ответила, да? Так, сейчас посмотрим, я ничего не вижу. Какие-то формы ли я заполняла? Да фиг его знает, какие-то заполняла. Но там ничего сверхъестественного, ничего сложного. Ничего такого, чтобы я запомнила, как стрессовую ситуацию для себя. В одном из ваших видео рассказывали по поводу опросника, который вы заполняли в первый месяц вашей работы. С такими вопросами, как, какие у вас планы на предстоящие 5 лет и так далее. Какие еще были вопросы, если вы помните. Спасибо заранее. Пожалуйста, заранее. Спасибо еще раз за вопрос. Мой второй менеджер, я присоединилась на борт, у меня был менеджер, девочка с Одессы, обалденная вообще, супер-супер. Катя, привет тебе. Очень мудрый руководитель, терпеливый, умный, мудрый. В общем, очень рада, что мне повезло с первым менеджером. Ну, ее контракт заканчивался, когда я пришла, и после нее пришел другой менеджер, тоже Дэйн, обалденный, классный. И вот с ним я уже заполняла этот опросник. Там я не помню, какие были вопросы, какие планы на контракт, какие цены, цели и планы вы ставите на первый контракт, чего хотите добиться, ну вот что-то такое. Но дело в... не помню сейчас точно все вопросы, но... Дело в том, что вам его выдают, и вы идете к себе там в каюту, то есть у вас есть, у меня был месяц, чтобы его заполнить, меня никто не торопил, ну или там пару недель, то есть ты спокойно пришел после работы, почитал, подумал, написал, то есть это не так, что прям сразу, да, тебя заставляют писать, нет, у тебя есть полно времени, чтобы подумать о своих целях и что-то написать, то есть там абсолютно ничего не было сверхъестественного, можно написать просто что-то банальное, общее, ну это больше им для, наверное... для галочки, мне кажется, эти опросники, просто требования компании такие, но да, лучше подумать, сесть, если какие-то есть цели, адекватно их написать, если есть какие-то еще вопросы, пишите, отвечу, но напомню, что с жизнью на лайнере я закончила. Занимаюсь тем же самым, чем я занималась до присоединения к лайнеру. Я гид-экскурсовод по городу Иркутску, по озеру Байкал и организатор туров. Все, ребят, всем удачи, кто присоединяется к лайнеру, все будет хорошо. Главное пережить действительно этот первый день волнительный, а дальше уже так страшно не будет. Вот, потому что вы окунетесь в процесс, и все потихоньку завертится. Всем удачи, всем пока.